И здравствуй, YouTube! С вами Зиза Хэш, и сегодня я буду вам рассказывать о модификации Agriculture, которая явилась победителем состязания MoJam версии 2. Состязание MoJam — это, собственно, состязание, в котором участвуют люди, которые могут писать моды. Собственно, принять участие в этом состязании может каждый. У каждого, претендента есть, по-моему, в районе 10 дней на то, чтобы написать полноценный мод. Поэтому, собственно, как правило, модификации, которые получаются из, собственно, вот этого соревнования, они, как бы так сказать, не очень обширные. Но вот, пожалуй, при всем при этом Agriculture, наверное, из-за этого этот мод и победил, потому что модификация получилась очень интересная и необычная. Автор модификации, человек с ником Shadow Claimer, собственно, автор мода Metallurgy, или Металлургия, если знаете такой. Вот он, собственно, поучаствовал и победил, у него все получилось. Итак, мод Agriculture. Что такое мод Agriculture? Это фактически полноценная кухня в Майнкрафте. То есть, если мы наберем в NEI поиск по моду Agriculture, мы увидим, что здесь есть разная, самая вкусная, разнообразная еда. И, собственно, мы сможем вот эту всю еду делать при помощи нехитрых 6 машин, которые добавляют эта модификация, да, их всего 6. И при всем при этом давайте начнем, как обычно, с World Gen. Первое, собственно, единственную руду, которую добавляет модификация, это соль. В миру, то есть не вот таким вот способом, а в принципе в вашем World Gen, она добавляется под водой в тех местах, где обычно у вас появляется глина. И как вы видите, собственно, ее добавлено здесь уже не очень мало, поэтому проблем с солью у вас, скорее всего, не будет. В принципе, если мы эту самую с вами соль попробуем таким вот образом разрушить, мы получим соль. Она нам нужна как раз в качестве компонента, в качестве ингредиента для различной пищи. И в World Gen также добавлены два вида растений. Это ванила, ваниль, и, собственно, синамон, корица. Также еще есть растение под названием strawberry, это клубника, и, собственно, peanuts, это арахис. А почему они, почему я их выделил отдельно? Потому что они у вас не спавнятся в мире. То есть они, эти самые два растения, могут быть найдены только в сундуках, в подземельях. По-другому вы их получить не можете. Каким образом собирать эти растения? Мы берем пустую руку и начинаем правой кнопочкой кликать по растению. Вот, собственно, мы видим то, что у нас получается ваниль, у нас получаются арахисовые орешки, у нас получается клубничка и у нас получается корица. В принципе, кликать вы можете, естественно, не один раз, а несколько, до тех пор, пока у нас, собственно, растение не превратится вот в такую вот маленькую штуку. Как только оно это сделало, вы можете ее, конечно же, вот таким вот образом убрать, для того, чтобы получить себе еще один ингредиент. А при всем при этом в вики мода написано, что, разбивание последнего участка нашего с вами растения, последней его стадии, нам должно дать семечко. Но вот почему-то семечко у нас не получается. Я не знаю, это, собственно, баг в этой версии мода, или это автор таким образом решил все-таки немножко что-то поменять. При всем при этом я могу вам сказать то, что в этих растениях у вас также, в принципе, проблем с их нахождением не будет. То есть, допустим, вот растет корица, вот растет корица, вот там вот у меня растет куча корицы просто. Где-то вот здесь. Вон. То есть, собственно, в миру они попадаются достаточно часто, поэтому для того, чтобы получить корицу или ваниль, у вас больших проблем не возникнет. Но при всем при этом, для чего же нам все это нужно? Эта модификация, помимо, собственно, кучи всякой вкусной еды, добавляет один баф. Называется он well-fed. То есть давайте с вами возьмем какую-нибудь еду, допустим, жареную курицу, и попробуем ее съесть. Как интересно, она нам ничего не дала. Давайте тогда возьмем... допустим, вот этот сэндвич с арахисовым маслом. Она нам немножко прибавила. Этот сэндвич нам немножко прибавил, собственно, еды. А если мы будем продолжать есть, то рано или поздно на нас должен, по идее, повеситься баф под названием well-fed. К сожалению, этого не происходит, если честно. Не спрашивайте, почему. У меня и в сингле, и на сервере это работает. Видимо, нам нужно есть какую-то специальную еду для того, чтобы это получить. Вот, допустим, я не могу сейчас съесть этот пирог. Для чего нам нужен баф well-fed? То есть хорошо накормленный, для того, что у нас с вами за каждый уровень этого бафа по 1% увеличивается скорость нашего перемещения и скорость всех наших действий. То есть, допустим, копание, там, ломание и все прочее. И плавание, соответственно. Вот, собственно, для чего он нужен. К сожалению, мне не получилось продемонстрировать, но ладно, поверьте на слово, то, что такая штука есть. Давайте я войду назад в креатив и, собственно, посажу вот здесь нашу корицу. Пусть себя пока потихоньку растет. Свинюшка тут хрюкает, ну ладно. Вот, собственно, теперь машины. Машин, как я уже говорил, добавлено всего-навсего 6. И по порядку, наверное. Первая машина называется каунтер. Или разделочный столик кухонный. Делается вот таким вот образом. Нам нужны кирпичи, сундук и дерево. Да, кстати, в большинстве машин из Agriculture есть несколько интерфейсов. То есть, вот, допустим, у нашего разделочного столика интерфейса 2.
Во-первых, если мы кликнем правой кнопочкой по верхней части блока, у нас откроется что-то вроде верстака, в котором мы будем с вами делать, наверное, 90% всех действий для того, чтобы получить свою еду в Agriculture. А если мы на него кликнем спереди, у нас откроется такой вот маленький сундучок, в который мы с вами можем что-нибудь вполне себе положить. То есть просто обычный сундук. Такая вот удобная штуковинка. А следующая машина, которая нам предоставляется, называется печь или oven. Делается вот таким вот образом. Все то же самое, что и с разделочным столиком, только вместо сундука у нас используется печка. Если мы кликнем по ней сверху, мы снова увидим интерфейс разделочного столика. Но если мы кликнем по ней спереди, мы увидим вот такой вот сложный интерфейс. На самом деле ничего страшного. Это обычная плита. Плиту нужно, как и большинство машин из Agriculture, кормить углем. Причем не уверен, что здесь будут работать обычные материалы горючие, допустим, дерево. Давайте проверим. А нет, будут. Значит, любым твердым топливом. И, собственно, вот это вот интерфейсы, куда мы с вами можем класть еду для того, чтобы что-то получить. Мы сюда с вами что-то кладем, проходит какое-то время, и мы отсюда эту еду забираем. Единственное, что сразу хочу вас предупредить, то что печка – это машина, устройство, за которым вам придется следить. То есть вы можете достаточно легко свою еду здесь сжечь. Вот этот вот уровень, который контролирует максимальный нагрев печки, если вам там нужно что-то сделать и куда-то отойти, вы можете сделать огонь там поменьше, и у вас, собственно, ваш предмет, ваша еда будет жариться дольше. Ну или если вы стоите с ней рядом, можете, собственно, увеличить нагрев до максимума и стоять, следить. Более того, по умолчанию, когда вы только поставили себе плиту, вам для крафтинга доступно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 слотов. Это дело можно расширить при помощи предмета под названием Oven Rack. Oven Rack делается просто, из iron баров получаем одну штуку. Берем такой Oven Rack и дальше каким-то образом его сюда вставляем. А, вот сюда мы вставляем. Да, у нас доступно 4, у нас доступно не 7, перепутал немножко. И вот, собственно, с каждым таким oven rack'ом мы можем себе расширять количество конфорок на нашей плите. Таким вот образом это делается. Теперь мы с вами сможем одновременно жарить 16 предметов. Ну, на самом деле, я не знаю, кому это нужно, но тем не менее, есть такая штука, я про нее вам рассказал. Следующая машина называется процессор. Это, собственно, процессор по переработке еды. У него тоже два интерфейса. Внизу здесь все просто, ему сюда нужно просто поместить какое-то горючее. А сверху у него такой вот небольшой инвентарь. Каким образом это работает? Мы можем здесь взять один предмет, смешать его с каким-то вторым предметом и получить третий. При всем при этом в модификации Agriculture очень неплохая интеграция с NEI. На данный момент только, по-моему, одна машина, которая следующая, не работает и не показывает свои рецепты. Ну, при всем при этом, ладно, не страшно. То есть, в принципе, каким образом сюда что-то класть для того, чтобы получить что-то, вам расскажет NEI. Советую пользоваться. Следующая машина, собственно, брювер, или, ну, даже не знаю, как это адекватно перевести, назовем это, наверное, котел для кипячения, не знаю, кастрюлька. Нужен он сейчас всего-навсего для трех предметов, для того, чтобы себе сделать шоколадное молоко, для того, чтобы себе сделать уксус, и для того, чтобы себе сделать еще какое-то пойло, если честно, даже не помню, как оно называется, горячий шоколад, наверное. Горячий шоколад, уксус и... А, и пиво. Вот, собственно, я пытаюсь нажать на R, узнать рецепт, но рецепта мне не показывается. Это тот блок, который пока с NEI не интегрирован. Следующий, собственно, как делается процессор, я вам забыл показать, и как делается брювер. В общем, процессор делается вот таким вот образом. Печка, одно железо, куча кирпичей. Брювер делается вот таким вот образом. Стекло, кирпичи и железо. Следующая машинка называется Icebox или холодильник. У нее, собственно, интерфейс со всех сторон один и тот же. И для того, чтобы у нас эта штука работала, нам нужно взять себе, допустим, лед или снежки и положить вот сюда. Таким образом, вот, собственно, наш холодильник начал охлаждаться, назовем это так. Вот. Нужен он также для того, чтобы сделать какие-то из наших продуктов холодными. Допустим, если мы с вами будем делать мороженое, нам обязательно придется воспользоваться этим самым холодильником. Делается наш холодильник вот таким вот образом. И, собственно, последняя машинка называется фраер, или такая печь для фритюра. Фритюрница, можно, наверное, ее так назвать. У нее также интерфейс внизу для помещения сюда горючего и интерфейс сверху для чего-то еще. Собственно, для того, чтобы продемонстрировать, как все эти машинки работают, давайте с вами сделаем какую-нибудь вкусную еду.
Причем предлагаю начать с чего-нибудь совсем сложного, для того, чтобы, собственно, показать вам как можно больше машин. Естественно, не смогу вам показать в этом обзоре рецепты всей еды, которая добавлена в модификации, но я думаю, что это и не сильно нужно. Если что, я обязательно оставлю ссылку на вики с рецептами, для того, чтобы вы смогли посмотреть, как еще делается. Давайте с вами сделаем чизбургер с беконом. Бейкон чизбургер. Нажимаем кнопочку R, как обычно, и видим. То, что у нас тип крафта, называется Preparatory Type, или приготовленный рецепт. Как раз, если вы видите вот такую вот штуку, означает то, что для приготовления вот этого предмета нам с вами нужно воспользоваться разделочным столиком. Либо, собственно, вот этим, либо вот этим. Работают они совершенно одинаково. Так что давайте смотреть, что нам для этого нужно. Нам нужен, собственно, бекон. Как делается бекон? Bake Recipe – это, собственно, наша с вами печь, наша с вами плита. В плиту нам нужно с вами положить соленую свинину. Соленая свинина делается Prepared Recipe на разделочном столике из обычной свинины плюс соль. Давайте возьмем себе соль. И возьмем себе свинину. Как она называется? Raw Pork Chop она называется. Открываем интерфейс. Кладем сюда первый предмет. Кладем сюда второй предмет. И получаем соленую свинину. Salted Pork. Теперь, как мы помним, ее нужно зажарить в печке. Открываем печку. Даем ей разогреться. И дальше кладем нашу с вами Salted Pork в одну из конфорок. Без разницы в какую. Естественно, вы можете здесь сразу жарить несколько предметов. Несколько ингредиентов, но, пожалуйста, не забывайте то, что они в итоге могут сгореть, поэтому следите за вашей, собственно, свининой. Вот у нас получился бекон, я его отсюда вытащу, и исключительно для того, чтобы вам продемонстрировать, каким образом здесь предмет может сгореть, кладем сюда нашу свинину и забываем про нашу печку. Он обязательно здесь сгорит рано или поздно. Дальше, что нам нужно было сделать еще? У нас с вами есть бекон. Теперь нам нужно с вами сделать, собственно, сам чизбургер. Чизбургер делается на разделочном столике из куска сыра и гамбургера. Кусок сыра делается из целого сыра. Целый сыр делается на разделочном столике из чашки молока и уксуса. Вот, собственно, уксус мы с вами не можем посмотреть рецепт, но я вам расскажу, как делать этот самый уксус. Нам нужно ведро воды. И нам нужен один sugar cane. Или просто cane. Как он называется-то у нас? Собственно, наш с вами... тростник сахарный. Собственно, подходим к нашему с вами брюверу. Открываем его интерфейс. Открывайся. Вот сюда сначала кладем воду. Вот, собственно, процесс пошел. У нас с вами левая цистерночка наполнилась нашей водой. Теперь вот сюда вот кладем ингредиент, как сказать, который нужно смешать с водой для того, чтобы получить что-то третье. Для уксуса нам нужен вот этот самый sugarcane. Как только мы это сделали, мы видим то, что процесс пошел, и у нас начал вырабатываться уксус. Вот мы сделали из одного ведра воды, собственно, немножко уксуса. Каким образом уксус отсюда забрать? Нам нужна чашка. Чашка керамическая. Делается из, точнее, путем обжигания обычной чашки, глиняной. Глиняная чашка делается вот таким вот образом. Получаем мы их аж 12. При всем при этом, вот эти вот самые чашки, они пока не возвращаются. То есть, они используются в рецепте. Поэтому советую вам сделать их несколько. Давайте возьмем 4 штучки, допустим. И положим одну чашку вот сюда, для того, чтобы забрать у нее уксус. Вот у нас получился с вами уксус в чашке. Помимо этого, нам для сыра было нужно молоко. Точно помню. Каким образом набрать молоко в чашку? Берем наш обычный ванильный верстак, кладем сюда ведро молока, соединяем его с пустой чашкой, получаем чашку молока. Теперь на разделочном столике соединяем наше молоко и наш уксус. На выходе получаем сыр. Для того, чтобы сделать из него, как сказать, кусочки, ломтики, просто кладем его на верстак, получаем 4 ломтика сыра. Это сделали. Давайте смотреть, что нам нужно сделать дальше. Нам нужно, собственно, сделать гамбургер. Гамбургер делается на разделочном столике при помощи керамической тарелки, керамик плейт, которая, как вы можете догадаться, делается из глиняной тарелки. Глиняная тарелка делается вот таким вот образом. И нам нужно на эту тарелку с вами положить 2 кусочка хлеба, 2 ломтика, и... собственно, котлетку зажаренную для гамбургеров. Давайте сначала сделаем зажаренную котлетку. Нам для этого нужна сырая котлетка, которая делается из фарша. Фарш делается в процессоре из говядины. Давайте возьмем себе сырую говядину. Сырая говядина, соответственно, то, что у нас получается из коров, когда вы их убиваете. Берем наш процессор. Нужно ему дать... у него тут, собственно, есть уже нагрев. Ну ладно, пусть еще один уголь здесь лежит. И помещаем ее вот сюда. Собственно, процесс пошел, у нас получилось 2 кусочка фарша. Давайте сделаем из него котлетку. У нас получилась сырая котлетка. Теперь возвращаемся к нашей печке.
которой, собственно, сгорел бекон, как я и обещал. С сгоревшими продуктами, к сожалению, делать ничего нельзя, их можно только выбросить. Поэтому, собственно, ну ладно, пусть он здесь полежит в инвентаре. Кладем сюда котлетку. В принципе, давайте, наверное, сделаем себе сразу несколько таких котлеток, для того, чтобы я вам продемонстрировал, что их можно действительно готовить одновременно. Давайте подождем, пока они у нас запекутся, зажарятся. Вот у нас, собственно, получилась котлетка. Они, естественно, тоже могут сгореть, поэтому смотрите за ними внимательнее. Вот у нас получилось 4 наших котлетки. Теперь нам нужно себе сделать, насколько я помню, хлебушек. Как делается хлебушек? Батон хлеба нам нужен. Батон хлеба — это, опять же, рецепт в печке из теста. Тесто делается из муки и воды. Мука делается в процессоре путем размалывания пшеницы. Давайте возьмем пшеницу. Одной, я думаю, будет достаточно. И засунем ее в процессор. Для того, чтобы получить на выходе муку. Кроме того, нам, насколько я помню, была нужна вода. И на разделочном столике соединим воду с мукой, чтобы получить тесто. Тесто нам нужно с вами сунуть в печку. И дождаться, пока из него сделается хлебушек. Машина работает достаточно быстро. Вот, собственно, у нас получился хлебушек. Опять же, постарайтесь его вытащить вовремя. Дальше мы его просто кладем на верстак. И получаем 4 кусочка хлеба. Дальше нам нужна керамическая тарелка. Давайте возьмем керамическую тарелку. Я не буду ее крафтить, она, потому что, как я уже говорил, крафтится в обычной печке. Кладем ее налево. Дальше кладем в нужном нам порядке ломтик хлеба, зажаренную котлетку и еще один ломтик хлеба. Как только мы это сделали, у нас получился гамбургер. А мы с вами делали бейкон-чизбургер. Теперь нам нужно сделать чизбургер. Это просто гамбургер плюс кусочек сыра. Гамбургер. Кусочек сыра. Получили чизбургер. Чизбургеру добавляем бекон. Получаем чизбургер с беконом. Такая вот еда. Добавит она нам с вами немало. Насколько я помню, в районе 5 единиц еды. То есть, в принципе, такая вот еда, она здесь достаточно хорошо добавляет. Плюс к голоду, точнее, минус к голоду, плюс к сытости. Съели наш гамбургер. К сожалению, well-fed так и не появляется. Ну да ладно. Теперь давайте же, собственно, сделаем что-нибудь, для чего нам понадобится Icebox и фраер. Потому что остальные машины мы с вами использовали, а вот эти две пока нет. Давайте посмотрим. По-моему, можно было сделать мороженое. Допустим, вот шоколадное мороженое. Или мороженое с шоколадным соусом. Каким образом оно делается? Нам нужно шоколадное мороженое. Собственно, вот мы видим Frozen Recipe. То есть это рецепт, который делается в холодильнике. Для того, чтобы его получить, нам нужно сделать шоколадный ice cream mix. То есть, как сказать, смесь для изготовления мороженого. Нам для этого нужно взять ice cream mix обычный и плитку шоколада. Плитка шоколада – это чашка молока, какао-бобы и сахар. Я думаю, на самом деле, давайте-ка мы с вами не будем полностью делать этот рецепт. Я возьму, наверное, себе Chocolate Ice Cream Mix и помещу его во фризер. Как только мы это сделали, вот у нас, собственно, уже оно заморозилось. Процесс совсем быстрый, и получилось у нас с вами шоколадное мороженое. Теперь его нужно полить шоколадным соусом. Шоколадный соус – это шоколад, разогретый в печке. Давайте возьмем себе шоколад. Плитка шоколада. Где наша печка? У нее опять закончился уголь. Печка очень прожорливая в этом смысле, плита наша с вами. Давайте дождемся, пока у нас из шоколада появится наша шоколадная масса, наш соус. Давай, разогревайся. Я, наверное, пожалуй, сюда положу весь свой уголь, для того, чтобы, если чего, мы не ждали, пока печка разогреется. Теперь это дело совместим с мороженым и получим шоколадное мороженое под шоколадным соусом. Есть я его, не могу, потому что я, наверное, в креативе. Нет, я просто сытый, поэтому мне не получается его есть. Ладно. Собственно, вот таким вот образом у нас с вами работает наш холодильник, наш фризер, наш Icebox. И теперь давайте воспользуемся последней машиной. Есть у меня ощущение, что мы можем сделать себе картошку фри в ней. Deep Fried Recipe, то есть рецепт, который требует зажарки во фритюре, в масле. Нам нужен Diced Potatoes, это нарезанная картошка или ломтики картошки. Для этого нам нужна, собственно, картофелина и тарелка. Возьмем тарелку. Возьмем картофелину. И на нашем с вами разделочном столике сделаем наши картошки. Теперь воспользуемся нашим
фраером, нашей фритюрницей. Главное, не забыть ей дать, собственно, питание. Питание нужно было дать, извиняюсь, вот сюда. Нужно ли там было что-то еще? Здесь был нужен еще и охладитель. Давайте возьмем себе тогда еще и льда. Поместим его сюда. Deep fried и сайп. Ну, должен же работать. По идее, не обращайте внимания вот на эту цистерночку, которая у нас здесь с вами есть. Она, видимо, заготовлена для каких-то будущих рецептов, потому что пока она не используется. Но вот я не понимаю, почему у меня на самом деле не работает этот рецепт. Опять же, в сингле он у меня прекрасно себе работал. Ладно, давайте подождем, может быть, все-таки что-нибудь получится. И YouTube, конечно же, я молодец. Нам нужно сюда залить масло. Называется, собственно, эта штука Cooking Oil. Делается она в процессоре из зажаренных арахисовых зерен. Зажаренные арахисовые зерна делаются, собственно, в печке из арахиса. Давайте возьмем себе несколько штучек. И зажарим это дело. Кроме того, нам нужна вода, кажется. Так, зажаренный арахис. Нам нужна чашка с водой. Как вы можете догадаться, чашка с водой — это керамическая чашка плюс ведро воды. Так, чашка с водой. И все это дело поместить вот сюда. А, нет, в процессоре, кажется. Так, это я получил. А, cooking oil. Отлично. Немножко не сработал рецепт. Есть небольшой баг, потому что мы должны все-таки сюда еще поместить наш арахис плюс вода, для того, чтобы получился cooking oil. Ну, собственно, у меня получается из любого из ингредиентов. Вообще, конечно, такого быть не должно. Теперь нам нужно сюда налить наше масло. Вот, собственно, оно пошло. А, и даже здесь не нужен лед. Это был, видимо, небольшой глюк. Вот мы получили с вами French fries или картошку фри. Вот таким вот, собственно, образом работают машины из модификации Agriculture. При всем при этом я вам рассказал все про этот мод. Так что надеюсь, что вам понравилось. До новых встреч. Счастливо!